Дорогие слушатели, вот что я придумал. Это именно для тех, кто слушает не только аудиокниги, но и стихи в моем исполнении. Теперь именно вы решаете, какие стихи будут звучать. Все просто. Пишите в комментариях под стихами, какое стихотворение вы хотите, чтобы прозвучало. А я компьютерным случайным образом раз в неделю буду выбирать один комментарий, и ваши любимые стихи уже звучат. Все просто. С уважением и любовью к слушателю. Костя Суханов. Александр Яськов. Сожмусь, как щенок я в комочек. Так хочется сжаться в комочек, чтоб мамка, погладив рукой, сказала тихонько: «Сыночек, живи, не терзайся душой. Наладится с помощью Божией, пойдут на поправку дела, но только ты будь осторожней, ведь зависть людская так зла». На лавке под нашей березой до ночи мы с ней просидим, и радость там будет, и слезы, а мы говорим, говорим. И нету конца разговорам, исчезла вся грязь, суета. Ах, мама, ты в жизни опора, но только все это мечта. Сожмусь, как щенок я в комочек, и хочется просто скулить. Никто мне не скажет: «Сыночек, себя береги, надо жить». Это было стихотворение, которое выбрал я. А вы пишите свои любимые стихи в комментариях под этим и другими стихотворениями, которые читает Костя Суханов, и пусть звучат ваши любимые стихи.